машинка работает. Поменял карту памяти. Продолжаем движение. Движение в сторону Перми. Расстояние где-то 120 километров. Полотно дороги спокойно. Температура минус 6, на обочине тает, а так морозно. Автомобиль Шкода Фабия, механическая коробка, пятиступенчатая. Большую часть пути двигаюсь на круиз-контроле. Маршрут Иркутск-Москва, участок Екатеринбург-Пермь. Канала, возможно, ненормативная лексика, общение дальнобойщиков на этом канале. Добавлены дорожки. Движение попеременно интенсивное. Я бы сказал, в большей степени сладенькое интенсивное движение. Где остановлюсь на привал, пока не знаю.
светового времени часа, наверное, 3. Инфраструктура, да, на троечку, я имею в виду и отели, и гостиницы, станции АЗС. Я уже говорил в предыдущих сериях. Новые маркировки, новые названия. Я вам приятно.
прошло. Бензина по 330 километров. Ближе к Перми нужно будет искать. Под Перми, наверное, залил. Под Карловину. Будем двигаться до тех пор, пока начнет темнеть. В общем, как и многие другие если вы постоянно ездите по одной и той же дороге, тогда, конечно, получается, допустим, 2-3 раза в год проезжаешь. Очень, очень скучно.
это Армения на трассе. Но, видать, еще холодно, поэтому... Что в Грузии ждут, когда потеплеет. Наверное, не очень крепостно стоять здесь в холоде. Ну, несколько попадаются на автомобиле, на капоте. Оставляют мед в баночках, оленья разные, сгущенка. Я однажды брал сгущенку, литровая, вспомнил, цена. Цена примерно та же самая, что и в магазине. Разница практически на все продукты, которые продают на трассе, отличаются в магазинах в Москве, а зачастую даже и дороже, дороже, чем в Москве в топливо, ребята, продаем кафе, стоянка Дунец. Цена топлива 28 рублей. Принимаем карты любого банка. Топливо, ребята, зимнее, пермское, заезжайте, заправляйтесь. Мы работаем круглосуточно. Также продажи, ребята, имеются, не замерзайка. Мы находимся трасса Пермь-Екатеринбург, 102 километр, кафе Дунья, Азербайджан. Прошлого года, когда из Хабаровска, Смоленск. Ну, стоянка для ночевки нормальная, охраняемая. Отель в Дунье. Расход топлива идет не арифметическая, а когда геометрическая прогрессия. В настоящий момент расход бензина составляет 5,1 литра на 100 километров. Трасса проходит по пересеченной местности. Московские равнинные части. Обочина может быть широкая, местами видно, что груз, но надо быть предельно внимательным. Под снегом может оказаться просто провал. Праворульных автомобилей становится все меньше и меньше. Дорога двустороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Разделительного отбойника между направлениями движения нет. Только пунктирная и сплошная линия. Назвать это магистрали, конечно, сложновато.
дорог за последние годы резко выросло. Заправляться пока еще рановато, пол бака бензина, блин, и все у них городу. Надо еще рублей. Слишком мало места в баке. Так, за полсхода 320 километров. А, за техникой. Тем интенсивнее движение, тем развитие инфраструктура. Я имею в виду модели, гостиницы, магазины, кафе, заправки и так далее. Вот еще лукойловская заправка. Челябинская область, так она вообще на трассе торгует этими турецкими яблоками, помидорами, огурцами. Покупать смысла нет. Цена такая же, как и магазин. Я пытался.
нами открывается красивая панорама на поселке, который расположен внизу. До скорки спускаешься. Очень красиво. Ну, красота из окна автомобиля — это одно. Жить, наверное, посложнее.
машина грязная. Послушайте видео. Сделаю короткое видео. Назвать, как не знаю. Девочки на трассе, без комментариев. И просто без комментариев. Так, еще одна заправка.
понял, спешит, там, блядь, проливаем круглосуточные, без выходной, блядь. Проблема на подъеме у дальнобойщиков.
ДТП. Ё-моё, оторвал бампер. Ну вот что здесь могло быть? Чуть-чуть. Мы это не видели картинку всего этого. Ну, по всей вероятности, вот наблюдаем сплошная и прерывистая полоса. То есть водитель пока идет его по фотке ДТП, был внимательно, там ход торчит. Пошел на обгон, он имел право с нашей полосы мы пойти. Там маленькая большая полоса. Сейчас спросим. А что там случилось, ребят? Ну бампер порвали на иномарке, блядь. Полез он нахуй. Лишним, блядь. Ну там, по-моему, уже да, дальнобойщик шел этот по левой полосе на обгон этот вылез, да? Да-да-да, вот там пошел уже на обгон, а он, блядь, его нахуй. Видно, решил он третьим нахуй залезть. Я так и подумал, блядь. Хуй быстрее же надо, блядь. Всякие ебучие. Им по упряжке ездит. По слову впереди, а не на автомобиле. Ра-ра-ра-ды, папа. Идешь по спуске, там повнимательный хвост торчит, блядь, ДТП небольшой. О, стрим оценка работает. Вчера в Кемерской области, после поселка Абатская. Ушла колонна большегрузов. И две машины. Одна Бэха, черная, за ней Лада. И вот они пытались так что сделать, или подрезать, или хрен знает что. Достали пистолет, стали размахивать из салона автомобиля. Ну там быстро оперативно позвонили, и гаишники пробоснули. Мы так в Оренбурге тоже вдвоем шли, выехали, короче, едем, газель, блядь, обгоняет, и ствол достает нахуй. Ну хули, первой машине кричу, говорю, притормози-ка нахуй, он притормозил, хвостом его просто нахуй, сразу скинули. И менты как раз подъехали, что вы, ребят, да хули он, блядь, стволом размахивал нахуй, все пиздец, приняли нахуй. Ну это уж шпана, желторотики, блин, они вот насмотрелись этих фильмов, Бумер там, Бумер 2, бригада и... Возомнили из себя вот таких вот, я не знаю, вот не крутые это вообще, не люди. Они не знают, что 90-е годы канули в лету, и теперь те, кто вот разбойничал на трассах, их недалеко от трассы и похоронили. Другие пожизненно сидят. Вот, ну это шпана, ну достал пистолет, уже там стреляй, но ё-моё, что ты махаешь палочкой. И главное стоит, а че вы, ребят, нахуй меня в корону с трассы столкнули, а хуй ты с баллом-то машешь, блядь. Да я вроде шутить хотел, нихуя у тебя шутки, блядь. Ну вот шутки, блядь. Вот, недавно по телевизору, наверное, в прошлом году показывали. Ну те, кто вот хулиганил на трассах в 90-е годы, видать, отсидели, вот вышли, там незначительно, наверное, не были сроки. И стали вот тоже к одному дальнобойщику, он проколол колесо. Они подъехали к нему на этом, на ведре с болтами. И стали с него там бабки требовать, что дорога платная, ля-ля на поля. Они совершенно не знают, что все машины практически радиофицированы. Ну и водил успел сообщить об этом. Там вот тут же толпа дальнобоев блокировала обе колосы. Эту ведро с болтами перевернули. Привет туда, этим
по Моргену давали. Вот такое я видел по телеку. Ну и в интернете это есть. Ну да, я посмотрел. На М-57 хулиганили здорово в 90-е годы. Сейчас ни одного нету. Я говорю, одни закопали прямо вот прямо на обочине. Другие легализовались. Вот эти построили кафе, потом мотели. То есть, ну, нормально работа, зарабатывают и водилам хорошо, и тип уже не бедствует. Это шпана желторотая, блин. Ну, мозгов-то нет, что скажешь. Они совершенно не думают о родителях, о матери, об отце. Thank you.
накат ведешь, сейчас на фуст машинка работает, повнимательней.
который водителю предлагаем дизельное топливо на охраняемой стоянке по цене 27 рублей. На кафе у Хохлушки, 45-й километр, поворот на Осень. Также имеется продуктовый магазин, душ, шиномонтаж и магазин «Шестей». Тонк есть? Валера, где оставил? Андрюха. Валера, впереди меня. Ё-моё! Перемазался как поросёнок, блин.
Мы-то с тобой, блядь, наверное, это так и доедем, блядь. Черт, а я вот что-то смотрю, нет, он постоянно. Ты там была, плавал, там стрелка была поворачивать. Лякоть такая на заправке. Гарик домой. Так точно. Зигзаги пока тут что-то крутимся. Чё крутить? Сопли жуём. В каком месте? Зигзаги. Да ладно, главное с магистрали соскочили далеко от парковки. Да то там у меня просто была офигенная вообще. Бля, да мужики, 60 хуярю, охуительно, бля. Там охуеваю после 3 километров часто на этом участке. Бля, пару недель пиздец ей. Да, я того же мнения. Бля, 22-й, 23-й километр. Подлатать тоже. Бля, ну на горочке там сделать охуенно будет. Это ж ненадолго же. Бля, да хоть недельку порадоваться. Я уже заебался, каждый день езжу. 6 дней в неделю, бля, охуеваю. 5 дней в неделю, не порадуюсь. Блядь, все понятно, раньше пробка была, блядь, лезли по встречке. Сейчас, блядь, пробки нет, один хуй лезут все по встречке. Привычка хули осталась. Блядь, как стадо какое-то. Гаврик, ты себе пулемет еще не поставил? Да не, пулемет, я просто удивляюсь, люди дебилы реальные, блядь. Шат жив. Видимо, теории у всех просто. Сегодня в новостях опубликовали, Верховный суд признал, те, кто двигаются по обочине в случае ДТП, там, если ты поворачиваешь направо, он по обочине двигался, автоматически они виноваты. С правой стороны можно сбивать. Да, толкать, в общем говоря, туда во вражек. Не было, он не имел права двигаться там, его не должно там быть просто. Буду трактор сталкивать. Нет, трактор надо оставить, он дорогу чинит. Я тут татары скоро, блядь, КамАЗ беспилотник пустят. Вот это будет нахуй клоунада. Не, на такой дороге беспилотник не поймет. То ли он по полю едет, то ли по дороге.
ты знаешь, блядь, когда на встречку легковые вылетают, бывает, прет, вот, ты же бывает притормаживаешь, видишь, долбоёб летит. А беспилотник, он же нихуя не поймет, блядь. Ну, самый то, естественный отбор. Зря ты думаешь, что искусственный интеллект такой глупый. Он нарушает правила расстреливателя из гранатомета. А что прикольно, такой выехал передний, а чпок и нет, испарилась машинка. Парня, вы тут вышел, по 16 недель ездите. Подскажите, где пару снежки можно забрать за прокат? Они сейчас только срезой начнут по повороте резать, аж пиздец будет. Просто из-за стороны камеры.